Давай, открывай. Эли, Эли, ты думаешь, там игрушки? А там моя игрушка. Чё не открываешь? Давай, открывай. Ну, слази тогда. Слази, давай. Вниз. Эли, ты готова? Иди сюда. Смотри. Смотри. Ух. Это что такое-то? Смотри, какие колеса. Офигеть. Вот это колесо. Быстрей, 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 быстрей. Хочется покататься. Ну? Где людей нет. В общем, первый опыт на электроскейтборде. Слишком быстро. Что там, регулировка мощности какая-то? Блин, ребята, это слишком быстро. Зацени, как поворачиваются подвески. Круто, да? Привыкнуть, надо прям серьезно привыкнуть к тормозам. Тормоза где там? Тормоза просто вот назад. Вот так вот делаешь эту штучку. А-а-а.
Типа вперед-вперед, назад он притормаживает. А, и еще можно ехать назад. Так, я пока не понял как. Инструкцию я, конечно, не читал, и поэтому я не могу понять, как переключаться между задним и передним ходами. Ну, потом мы выясним.